В Якутии могут реализовать сельскохозяйственный проект «Город умного земледелия». Об этом сегодня шла речь на встрече первого заместителя председателя правительства Якутии, министра экономики Алексея Строчкова, с представителями японских компаний JFE Engineering и Hokkaido Corporation. На встрече обсуждали вопрос реализации агропромышленных проектов. Отметим, в пригороде Якутска по японской технологии построили круглогодичную теплицу. В дальнейшем японская сторона может стать инвестором проекта «Город умного земледелия». В этом проекте самое главное, если говорить о стоимости, это все-таки энергия, это газ. Здесь, в Якутии, очень дешевый газ. В городе Томакомай, в Японии, мы построили теплицы. Что касается себестоимости этой продукции, которую мы выращиваем в Томакомай, 35% – это стоимость газа. Могу твердо сказать, что не только для того, чтобы здесь жить и обогревать свои жилища, газ можно использовать также и для работы в бизнесе. Состоится презентация в Японии, в Саппоро и в Токио в ноябре месяце этого года. Саха Якутия как раз подготовит нам план дальнейшего сотрудничества.